гони. Я не гоню. Я каждый день «Дорожные войны» смотрю, там вот таких вот показывают. Они тоже говорят, 120, мол, не гоню, потом бах, размазал его. До или после, говорят? Кто? Те, кого размазало. Говорят, до или после? Так, а что мы планируем? Долго еще тут сидеть-то? Вот люди, а, с утра встали, покойников своих навестили, проведали, посидели, вспомнили, а я... Все померли, что ты нервничаешь? Ты с бабушкой хоть поздоровайся. Привет, бабуль. Что, она тебе подружка, что ли? Ой, ты гой си, красна девица, здравствуй. То есть покойнику желать здоровья нормально, ты да? Давай вон мусор забери. Есть хочешь? Чего она мне только не наговорила за эти 2 дня, Сань? Просто беспокоюсь за тебя. Мне 35 лет, я сам о себе побеспокоюсь. Вот такое вот у нас большое путешествие по окрестным кладбищам. Диа де лос Муэртос. Поехали! Ты что, у вас фетиш такой, что ли? По могилам? Язык у тебя вообще без костей.